Всем привет! Решил снять небольшое видео в формате отчета. Вот смотрите, такая красота, гладкая вода, ветра нет, тихо, тепло. Сегодня, значит, такое знаменательное событие. У меня первый день такого рыболовного отпуска. Приехал я в Краснодарский край. В этом году я только один раз сюда приехал, обычно еще весной приезжаю. И вот сегодня приехал, решил на разведку выйти на местный водоем. Ну, тут пешочком буквально тут 10-15 минут дойти. И вот я здесь. Сказали мне, что рыбы здесь нет, но клев, в принципе, есть. Вот у меня там что-то плавает. Видите, какая-то рыба. Плотва, карась. Карася 2 аж сорвалось, почему, не пойму. Вот, а плотва какая-то мелкая. Ну, обычно в это время здесь клюет хорошо, но в один какой-то момент, вот, поклевка. Вот она, такая вот плотвичка. Так вот, бывает такое, что клев пропадает. Ну, то есть, начинает клевать мелкая плотва, мелкий карась, то есть какой-то клев есть, но не очень, скажем так. Это в основном бывает, но это связывает с погодными условиями, с прочими какими-то локальными. Вот опять поклевка холостая. Снимаю я на телефон. Делать это, конечно же, неудобно. Он опять сразу что-то зацепилось, блин. В общем, вот, что получается. В конце лета здесь, в Краснодарском крае, по крайней мере, не знаю, там, как у вас, бывает такое вот, что когда изнуряющая жара, там сейчас вот самый конец августа, ну, как сейчас, бывает жарче, конечно, 32 градуса, и вот такая вот безветренная погода. Бывает прям конкретно затишье в клеве, начинает клевать мелкая плотва, мелкий карась, вот, крупный, изредка попадается какой-то средненький. Вот, а потом, когда в погоде что-то вот меняется, это уж замечаю не один год, ветерок подул, там дождик прошел, еще что-то, чуть погода, температура поменялась, вот тогда вот начинает клевать крупный карась и крупная плотва, именно вот такой вот часто бывает. Да, так что посмотрим, что будет происходить дальше. Это вот первый мой выход такой на пару часиков буквально. Так что такие дела. Плотвичка опять совсем мелкая. Вот так они выглядят. Ну, есть чуть покрупнее, конечно, в пару раз, да. Но в целом все равно все мелкие. Вот уже темнеет. Ничего уже не видно толком. Вон, улов там. Ну, примерно такой же, как и был. Чуть увеличился. Такая вот рыбалка. Не особо длительная. Да, на самом деле это первая моя рыбалка в этом году на поплавочную удочку, потому что у себя дома я вообще забил на это дело. Там Волга, ну, в основном это Волга, да, рядом со мной какие-то крупные реки, беспонтовые озера, то есть там с мелким карасем, поэтому там поплавочной удочки я вообще забраковал, ловлю на донке, на спиннинг, а вот сюда приезжаю, здесь ловлю на поплавочную удочку всегда. И мне это нравится. Да, что тут рассказать? Ну, ловлю со дна, прикормка здесь классика, в принципе. Это что? Это макуха, это молотое зерно, это немного хлеба и чуть покупной прикорм какой-нибудь сладкий. Там, в принципе, основное это макуха и молотое зерно здесь всегда. И чего-нибудь на ваш вкус, в общем, так вот. Ну, что еще рассказать? Вот такой поплавок, значит, сегодня я взял. Видите, вот он на трех кембриках у меня висит. Такой вот тоненький поплавочек. Так вот он выглядит. Значит, в остальном все как обычно у меня. Обычный небольшой крючочек. Вон на нем сейчас хлеб можете видеть, да. Ловлю я сегодня на хлеб и на улитку. Хлеб вот такой вот, свежий. Надо хлеб, пахнет он здорово. Вот местный хлеб. Ну, улитку знаете, как выглядит. Вот, смотрите, вот такой вот размер грузила. Очень оно маленькое. На весь поплавок, то есть он очень легкий. Это грузило где-то, наверное, полграмма буквально. Вот, и такой огрузки хватает тому, чтобы он стоял. То есть очень чувствительный поплавок. Попробовал я на него половить.
Ощущения сомнительные такие пока, не знаю, есть, конечно, что-то в этом, то есть рыба не пугается, понятно, клюет достаточно, скажем так, раскованно, но не знаю. Вот поплавки эти я показывал в другом видео, они из Китая заказаны буквально 8 рублей за штуку, они стоят что-то там. Поплавки эти по 10 штук там продаются, но если нужно, ссылку оставлю, спрашивайте. Вот, ну что ж, на этом будем прощаться, хороших вам улов, всего хорошего, подписывайтесь на канал, поставьте лайк, все, пока.